Эта модель имеет уже зарекомендовавшую себя геометрию рамы МИС. Элегантные изогнутые трубы из алюминиевого сплава весом 14 кг. Велосипед хорошо себя показал как прогулочный. Он отлично катит по асфальту, приятно радует отклик оборудования любительского уровня Шимана с 21 скоростью. Довольно простенькая вилка Сантур, но ее хватает для катания по городу, да и на даче. При катании по утрамбованным тросикам она неплохо справляется с отработкой неровных поверхностей. Нет той вибрации на руках, от которой могут уставать ладони. Приятно покачивается при активном вращении педалей, хотя и снижает некоторый скоростной потенциал. Здесь установлено достаточно широкое седло, на нем действительно не устаешь, хотя быстрое вращение педалей дается с трудом. Но велосипед и не предусмотрен для такого. 21 скорость этого диапазона вполне достаточно, чтобы забраться по крутой горке, преодолеть препятствия. Клещевого типа тормоза отлично схватывают, да и весят значительно меньше, чем те же дисковые, так что ставим плюс. В целом, хорошая модель, конкурентоспособная, которая приятно радует и дизайном, и стоимостью.